Учение завершено в соответствии с принятым решением нашими главами государств. Проверка сил реагирования союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь. Но прежде всего они направлены на недопущение войны. И наши президенты, встречаясь, неоднократно это говорят. Мы не хотим войны. Однако нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому и создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор.